используется ли и в каком виде, или не используется ли муниципальная свалка, которая по предписанию прокуратуры должна была быть уже ликвидирована, которая недавно горела, в каком она виде сейчас находится? Ну, мы сейчас занимаемся культивацией, потому что это как бы есть предписание необходимо вплоть, брали тяжелую технику, выравниваем, привозим туда грунт для того, чтобы последующие все-таки сделать культивацию. На сегодняшний день мы туда ничего не возим. Вот это неправда как раз-таки, потому что на прошлой неделе мы проследовали за автомобилем комбинат благоустройства, который сваливал туда покрышки и строймусор, но в основном покрышки. Вот, я спросил водителя, он ответил, что да, из комбината, и, соответственно, получил распоряжение от руководителя непосредственно. Вот, хочется понять, мы второго пожара ждем, а рекультивацию там действительно проводится, видно. Можно ужесточить контроль и все-таки вопрос, ну, свалку это закрыть. Шлагбаумы там присутствуют, но они открыты. Да, да, и шлагбаумы, и блоки.